Салам алейкум. Алейкум салам. Везде все попадало, да, у вас? А? Везде все упало, да? Да, все улетело. Смотрим, все кровли, все, да? Да, кровли вообще ничего не осталось. Из сарая, оттуда все улетело. Смотри. Ага. Машина как пострадала. Какой спят? Там бардак такой, дождь идет. Лежат на звезды, смотрят. Да снимать не надо, там грязно, Таня. Она сейчас не аварийна сейчас? Смотрите, что попадали. Не дай бог. Тут комната, тут коридор тоже, вот все тоже падало. Железобетонный. Да, это окно, да? Да, да. Оттуда, да? Ага. Я его как раз закрыл, я не знаю, как он там сорвал его. Вот такой вот дождь прошел. Сейчас смотри, тучи собрались. Обратно. Начинается дождь. Вот как сейчас люди будут спать? Это около 30-40 домов, да, Рамзан? Да, побольше. Вот оно, дерево. 10-тысячные провода лежат по всей улице. Все провода пообрывало. Даже упала башня. Водонапорная здесь. Так, завтра еще будем все это показывать. Так что вот такие вот, друзья, дела. ЧП в Яшкурском районе, поселок Молодежный. Неравнодушные, призываю поддержать, помочь. Нужен шифер, очень много шифера посрывало. Администрация здесь смотрит, обхаживает жителей. На данный момент только сейчас ничего сейчас уже не сделаешь. Надо как-то переждать. Все, всем спасибо за внимание.